и уже все трое на ушах стоят. У папы какая работа? Это, в конце концов, наше отцовское дело. Помогать воспитывать детей по возможности. Терпеть и стратифицировать наших детей в зависимости от их способностей. Да, кого-то надо там палец натренировать, чтобы качать люльку, кто-то сам будет спать. Это все по-разному. И вот вы, уважаемая наша героиня, сказали вещь, что у нас система образования разрушена. Нет, она просто советская. И это совсем другое. Она-то как раз стабильна. И в советское время, когда я преподавал в школе, меня директриса только и стучала по голове. Сергей Вольфович, вы детей слишком индивидуально стратифицируете. У вас отстающий останется отстающим, а вы пытаетесь работать с талантливыми людьми.